Шапилаус, рэгтайм, маршер герцога Карла. Эти названия танцев хорошо знакомы Марии Гусихиной. Бал для нее, как и для любой девушки, это возможность хотя бы на один вечер с головой окунуться в романтическую атмосферу и почувствовать себя сказочной принцессой. Мне больше нравятся польки. То есть там и поскакать можно, то есть кучу эмоций испытать. А вальс, он такой более романтичный, так скажем. Ну, я вальс не танцую, потому что я как раз его и пою. Программа бала была разнообразной. Тот, кто не хотел или не умел танцевать, принимал участие в конкурсах. Также для гостей работала фотозона, где любой желающий мог сделать фотографию с семьей или друзьями. Организаторы отметили, что у этого бала есть несколько особенностей. Во-первых, нет никакого намека на элитарность, нет дресс-кода. Необязательное умение танцевать. Нет неловкости, что тебя не пригласят, потому что для танцевальной программы отбирались танцы с прогрессией, то есть танцы, где происходит смена партнера, и танцуют абсолютно все. Романтики праздничному вечеру добавила бальная почта, где любой желающий мог оставить послание своему другу или подруге. И традиционно выбирали короля и королеву бала. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.